Дарова Геркил. Ахи бу алагувдянаун эвады туренна. Ахи тема буга и буга ненадери. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем изучать ивенкийский язык. Тема урока – природа и ее явления. Дылача норидерен алтанди. Эдин эвидерен авданалди. Туксуняннянии дэлбаскатчене. Аглан биракан тарчука. Эрел халгин таравданал. Дегил бэйнэл тараги. Агды мунгтэн тарсилэксэ. Бое тарбугаванэ надери. Эр устан буга. Солнце светит золотое, ветер листьями играет, тучка в небе проплывает, поле, речка и трава, горы, воздух и листва, птицы, звери и леса, гром, туманы и роса, человек и время года – это все вокруг природа. Дукукалу омактала турерла. Записывайте новые слова. Иникин буга, иникин буга, живая природа. Байел, байел, люди. Байнел, байнел, животные. Орокто, орокто, растения. Иникин ачин, иникин ачин, неживая природа. Дылача, дылача, солнце. Му, му, вода. Туксу, туксу, облака. Халгин, халгин, воздух. Эдин, эдин, ветер. Буга миннидю, буга миннидю, природа наш дом. Аят долсяткалу. Слушайте внимательно. Тыгде, тыгде, дождь. Синилген, синилген, снег. Бона, бона, град. Эдин, эдин, ветер. Торан, торан, метель. Хунге, хунге, пурга. Мунгтен, мунгтен, туман. Серун, серун, радуга. Агды, агды, гром и молния. Халгих, халгих, иней. Синилген, синилген, хулудерен, таяние снега. Муден, муден, паводок, балдыдями, балдыдями, цветение. Олан, олан, эрбуга ненадери. Листопад – это все явление природы. Хинилген дундеду, хинилген дундеду, снег на земле. Это рэп алагувдями, бугава аят девакаллу. Закончим на этом наше занятие. Берегите природу.